Президентская библиотека в Санкт-Петербурге откроет доступ к электронным материалам для офицеров и курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова. 17 июля в морской библиотеке соглашение о сотрудничестве подписали представители президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и Севастопольского военно-морского училища. Первое, мы должны вместе с командованием, вместе с Игорем Владимировичем позаботиться о том, чтобы в высшем военно-морском училище имени Нахимова был создан удаленный доступ ко всем нашим фондам. Вы, наверное, знаете, что доступ к фондам президентской библиотеки осуществляется в электронном формате, и можно получить более 100 тысяч документов в этом самом цифровом формате в интернете. За последние 20 лет, если мы не получали доступа просто даже к бумажным носителям, то есть, а все, что связано с электронными фондами библиотеки, мы не имели в училище доступа вообще к российской тематике, то та тематика пяти направленностей, культура, наука, образование и так далее, это все восприимчиво и воспринимается в нашем училище. Это очень актуально для будущих офицеров. Электронный читальный зал пока рассчитан на 5 мест. В дальнейшем на базе военно-морского училища планируют создать современный мультимедийный центр, который удовлетворит культурные и информационные нужды всех моряков Черноморского флота. Построить его собираются в 2015 году.